Когда мы собираем каркасную систему, как в данном случае, очень важно установить связи. Связи есть двух видов – подкос и раскос. В данном случае мы видим временный раскос, который у нас установлен. Он идет внахлёст. Это связано с тем, что когда мы крепим наше дерево вдоль волокон, оно имеет достаточно слабую прочность, и поэтому надо оставлять около 20 сантиметров хотя бы дерева для того, чтобы наш крепеж из самореза или из гвоздя держал и не раскалывал нашу древесину. В данном случае раскосы нам не подходят. В этой конструкции мы будем использовать подкос. Подкос – это элемент, который работает на сжатие. И вот для того, чтобы элемент, который работает на сжатие, не потерял своей устойчивости, не сложился при работе, он должен иметь большое сечение. Мы используем брус 100 на 100, очень жесткий сам по себе. Но для того, чтобы он хорошо работал, очень важно выполнять здесь очень точную подрезку. То есть мы видим, что не допускаются никакие щели, потому что наше дерево будет работать здесь на смятие, и нам нужна очень хорошая площадь опирания, для того, чтобы оно выдержало нашу нагрузку. Подкос должен быть зарезан очень плотно, поэтому устанавливать его тяжело и придется нам его забивать. Но только в таком случае он сможет держать нашу нагрузку и дать жесткость нашей конструкции. У нас два треугольника. Вот этот подкос у нас будет принимать нагрузку от ветра с этой стороны, а вот этот наш подкос будет принимать уже нагрузку с этой стороны. Поэтому вот эта стойка, которая сразу придает жесткость и вот нашему марлату для крыши, очень даже кстати для того, чтобы мы сделали два подкоса для двух направлений работы. Намертво. Якщо вам сподобалося то, чим ми тут займаємося, якщо вам сподобався цей сюжет, ставте лайки, коментуйте і дивіться наступний. Заходьте з нами на дачу, з нами точно не скучно.